Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это краткие новости из мира игры War of the Worlds. Сегодня главный 3D-художник по работе со штативом, то есть треножниками, показал несколько интересных и новых превью прогрессом создания новой оригинальной конструкции штатива. Сейчас вы их можете видеть на экране. Я пока продолжу. Также разработчики дали ясно понять один из интересных моментов. Внимание! На ваш выбор в игре будут доступны как точные старые машины треножников, так и новый оригинальный дизайн. Поясню. Игрок, предпочитающий играть за треножника, сможет выбирать его модель, расцветку и прочее. Также завершены все нужные текстуры штативов. Работа над моделями полностью завершена. Еще они еще раз призвали всех любителей и ждунов данной игры поддержать их на Патреоне, если есть возможность, так как это еще быстрее бы ускорило процесс развития будущей игры. Что сказал главный разработчик игры? Процитирую. «Прогресс в игре движется вперед. Повсюду внесены серьезные улучшения и изменения. Вы можете следить за обновлениями в нашем Trello, чтобы следить за повседневными задачами. Новое видео, то есть геймплей, выйдет в этом месяце, приблизительно конец октября. Спасибо всем за ваше терпение, следите за развитием игры». Ну что же, будем ждать новеньких роликов от разработчиков в конец месяца, а может середины, как обычно. Обязательно разберем его отдельным роликом. Лично я чувствую, нас ждут серьезные изменения. И возможно в декабре или январе этого месяца мы увидим выход игры War of the Worlds. Обязательно поставь пальчик вверх и подпишись на канал.